Между тем, в стране проходят областные туры республиканского конкурса «Мирелиот Басен». Пока жюри отбирает счастливые семейные пары, столичные психологи и общественные деятели трудятся над сохранением браков казахстанцев. Руслан Идрисов узнал, как намерены бороться с разводами в нашей стране. Развод? Нет, не слышали. В доме Куатбековых дети и внуки несколько десятилетий бок о бок. Награды, медали и даже победа в конкурсе лучшей семьи. Здесь, по словам главы семейства, все держится на взаимной любви. Я горжусь своей семьей, детьми и женой. Если же она не была такая, я никто не был. Я его уважаю, люблю, любовь это всегда решает вопрос. Именно таких мужей и отцов призывают общественники бороться за сохранение казахстанских семей. Ячейки общества то и дело распадаются, а психологи и активисты создают коалиции и организовывают круглые столы, где озвучивают главные причины разводов. Бесплодие, причина бесплодия. Второе – это бытовое насилие, бытовые конфликты, это материальное неблагополучие, то есть болезни одного из супругов. То есть причин очень много. На этот раз к собранию попытались подключить Алматы и Павлодар. Настроить связь так и не удалось. Услышать друг друга, говорят психологи, сейчас вообще очень сложно. Потому надеются, что весь Казахстан объединится в борьбе против разводов. Тем более, что предложение уже есть. К браку нужно подходить именно подготовленным и осознанно. Вот это главное. В виде лекций, либо каких-то занятий давать уже в школе, именно выпускных, начинать класс. И самое главное – вузов, потому что все-таки большое количество браков именно когда в студенческие годы. А еще активисты намерены запустить в ЗАГСах страны школы для молодоженов, но пока только намерены. Сегодня три региона подписали меморандум и обозначили общие цели. Работу предстоит проделать колоссальную. Борцы за сохранение семьи даже издают вот такой журнал в 10 тысяч экземпляров. Здесь пишут о семейных ценностях, золотых свадьбах и молодоженах. И все же общественные деятели призывают в первую очередь сами семьи бороться за свое счастье. Как в той истории про спасение утопающих. Из Астаны Руслан Идрисов, Катерина Попкова, Ербулат Абишев, я Айдос Меделбеков, Хабар.